Это уже традиция. В городе стартовал турнир по настольному теннису, посвященный памяти Константина Матвейчука. Это 18-е по счету состязания. В них принимают участие 30 юных спортсменов. За поединками наблюдала наша съемочная группа. Ракетки и комфортная обувь – все, что нужно для игры в настольный теннис. Егор Бережнов занимается в секции 5 лет. В копилке юноши уже не одна медаль. В прошлом году он в составе команды занял на этом турнире 2-е место. Молодой человек рассказывает, данный вид спорта только кажется легким. На самом деле это не так, потому что главная стабильность, ну, не у всех техника хорошая. То есть не каждый сможет играть. Быстро устают ноги, мышцы болят после тренировок. Турнир памяти Константина Матвейчука собирает своих участников 18-й раз подряд. Бок о бок здесь профессиональные теннисисты и любители. А потому у каждого игрока своя цель. Для одних это шанс набраться опыта, для других – своеобразная тренировка перед серьезными стартами. Данный турнир ежегодно проводится при поддержке Вячеслава Юрьевича Евстигнеева. Это одно из знаковых спортивных событий Правобережного района. Для многих участников он становится хорошим стартом. Партии играют одновременно на 5 столах. За победу в этом году борются 10 команд. В каждой по регламенту 3 человека – 2 мальчика и девочка. При этом третий участник вступит в бой, если двое предыдущих закончили встречу в ничью. В принципе, приличный уровень борьбы, потому что ребята достаточно сильные, они уже знают друг друга, а со своими всегда играть труднее, потому что уже знают все слабые места и сильные места друг друга соперники. Как и в прошлом году, турнир продлится один день. Организаторы отмечают, главная награда здесь – бесценный опыт, а тройка лучших получит еще и медали. Елена Вишнякова, Юлия Курц, Егор Суханов. Информационная служба медиагруппы «Знак».